Я всего лишь открутил один болтик, и тут понеслось. Решил спустя полтора года починить бампер на машине. Слушай, идет. Заходи. Пойдем, пойдем. На место. Тобик, стоп. Дверь. Дверь. Тобик, Тобик, дверь закрой. Молодец, вот это ты умница, дверь закрывай. Тоба, дверь закрой, дверь закрой. Умница, молодец. Брикан. Итак, это закуп, морская свинка. Сейчас будем проверять, дата приготовления. 19-го, сделано 7 суток. 19 плюс 7 суток, получается 31 августа. У нас тут контрольная закупка. Ты алкоголь пробили? Нет. Жанна. Я предлагаю крыла взять. Крыла взять и крыла сделать. Так, дать на кухне будем готовить. Это шумокот. Марсик. Да нет, давай подготовку. Давай такую возьму. Господи, налить, нигде попасть. Никого нет. Домашняя майнинговая ферма. Давай прибить. Че, кто выигрывает? Все так же. Сегодня у Димы мамы день рождения. У кого сегодня день рождения? Костик, у кого день рождения? У Тани. У Тани. У бабушки Тани? Да. Молодец. Рассказывай, что это у тебя за коллекция? Там гигантские ящерицы. Ящериц. Варан. Как называется? Варан. Да? Комодский варан. Гигантский варан? Комодский варан. Комодский? Это типа из комода? Да. Это летающий дракон. Он никакие, но крылья. Летающий дракон. А они существуют в нынешнем мире? Такие. Или они вымерли? Зачем ты это? Вымерли или существуют? Существуют. Существуют? Молодец. Ну, вот такие крылья, вот такие. Класс. Какие? Кто там? Это маленький диворас. Кто маленький? Диворас. Древолаз. Древолаз. А, древолаз. Это хамелеон. Хамелеон. А хамелеон что делает? Хамелеончик. Какое у него главное свойство? У него три рога. И, а цвет кожи меняет или нет? Не меняет. Только меняет на солнце, вот круглая. На солнце меняет. Только круглоголовка. Круглоголовка? Господи, это у вас коллекция реально. Горбатый кит. Кит какой? Горбатый. Горбатый. Это ты в москвариуме все узнал? Это гигантская манта. Как? Гигантская манта. Манта? Я думал, это скат какой-то. Ну, вот называется она правильно, гигантская манта. Ни хрена себе, ты палеонтолог. За тебе. Спасибо. Спасибо, что приехал. Кто там? Давай. Раскатай, Лиза. Тише. Смотри, не упади друг туда. Опа, наши. Это наши. Ну прыгай камина. Наши, наши. Ладно, мне сейчас вылезти отсюда. Когда сам себе брал, он мне говорил, я 10 килограмм заказал, он мне говорит, бери себе 10. А я говорю ему, не до денег, говорю, блядь, на нее жалко 2,5. И с братом по 5 взяли, всю поели.
Поэтому теперь бы сам бы тоже взял. Круто. Бля, фармакин дал бы, блядь. Я лучше завтра 5 литров пива всосу, блядь, и буду спать. Не, ну честно, окей, вот наварим, я тебе скажу, вот по нему брать пиво. И кайфа, знаешь, я бы, знаешь, что кайфа? А как ты, да, вот знаешь, ты именно 2,5 из... Ну кайфа, ну блядь. Я на вас вот смотрю, ну нельзя, нельзя. Да не, ну... А то же тысяч на 50. Наливки 50 грамм, блядь, выпьешь, да. А потом больше проблем. Сколько будешь? Же? Полтинник, да, наверное? Там от 30-ки. Я займусь эти прицепы потом возить. Ну, да, да. Я... Посмотри в камеру. Посмотри, подожди. Да, там заказано. Как минимум это красиво. В смысле? Мы ж проходили. А, затопило. Ёп. Я забыл кнопку нажать. МЧС передала срочное сообщение, что уровень воды в Дону и во всех реках повысился. Охренеть. Тут воды вообще никогда нету. Тут вообще всегда засушливый ручеёк. На 4 метра, и мы едем срочно это проверять. Как всегда. Как всегда, спешим на помощь. Там рыбаки уже этот потонули на ручейке. Пристегиваешься? Что, Ростой пристегивается? Да, заставляет Хондой. Ха, Хондой. Офигеть! Из канала вода вышла, посмотри. Ага. Глянь. Да видишь, да. Давай-то поедем на тачке. Ты что, тут вытаскивать ее из грязи? Ой, как я соскучился по таким пейзажам. Тише, тише, ямы, ямы. Бля! Сильно дорогу разбили. Ага. Фуры прижали. Что построили? Флэш? Не, не знаю, что такое-то. А вот, глянь, разлилась река. Ручеёк, посмотри, тут болото вообще. Так тут в полях. Никогда нет. Тут аж поля. Глянь, там поля, люди засели, они затопили. Затопленные поля. А, нет. Да, да, заяц. Охренеть. Выбегай. Да и куда? Он уже спрятался. Не видно. Вон, отойди, стой, стой, стой. Вон он побежал. Снял, нет? Да, да. Пожалуйста, загони. А как ты его загонишь? Где-то здесь ушастый был. Это шоу «Остаться в живых». Ну вот здесь был. Да не загоним мы его. А, глянь. Вот он. Прикольно. Заяц продавил тропку. В дороге выбегал. Фазан, да? Да. А, вон фазан, глянь, красивый у него хвост какой, посмотри. Вон слева, слева. Оп-оп-оп. Спрятался. Оп-оп-оп, фазанчик. Снял, снял? Да. Сейчас я побегу, а он взлетит, смотри. Давай. Ахаха, нифига он жирный. Ля, прям прикольно полетел. Было вообще, да, внизу, внизу вода. Да глянь, вон деревья затоплены. Хорошее место вот здесь вот посидим, да? Да, посидим. Ну все, давай. Стараем. Как проехать на частную территорию? Проезжайте. Ну, конечно, закрою, чтобы к нам никто не заехал. Оп, оп, оп. Никто не заедет. Ну чё, у меня вторая заброска и сразу улов. Что это, селедка или чё? Это омуль, байкальский. Забайкальский омуль?
Это себель. Себелёчек, точно. Нормально дело пошло, сейчас наловим. Сейчас ты ездя возьмешь. Ну шо, клюе? Не, рыбошь на дальний кордон. Низовка дует, рыбы нет. Ну, уровень воды поднялся, вообще нормально. Сейчас, может, что-нибудь будет клевать. Прикормили. Садись. Смотри, дядя Андрюхи садишь. Давай ко мне. А, за руль? Да, он уже педаль вытягивает. Офигеть. Молодец. Смотри, куда едешь и рули. Да. На, рули давай. Сейчас рулю. Прямо. Звезда рулю. Так, смотри, куда ты... Ямы. Обижает. Тебя видно дорогу? Да. Смотри вперед. Костик. Костик. Ого, Костик, как ты водишь. До всех адресов пусть донесется письмом. Я знаю, сам бы не смог, но ведь теперь мне сон. Миллион голосов поет со мной. Эту песню поет свободы, я хочу спеть с ней. И я пою с ней, и вместе с нами сейчас поет весь мир. Снова солнце взойдет, и до всех адресов пусть донесется письмом. Я знаю, сам бы не смог, но ведь теперь мне сон. Я готов поверить ко всему, беги. Я готов снова поспорить с любой, быть собой. Я готов покорить новый кусок. Я готов поверить ко всему, беги. Я готов снова поспорить с любой, быть собой. Эту
песню, поет свободы, я хочу спеть с ней. И я пою с ней, и вместе с нами сейчас поет весь мир. Снова солнце взойдет, и до всех адресов пусть донесется письмом. Я знаю, сам бы не смог, но ведь теперь в унисон миллион голосов поет со мной. Эту песню поет свободы, я хочу спеть с ней. И я пою с ней, и вместе с нами сейчас поет весь мир. Снова солнце взойдет, и до всех адресов пусть донесется письмом. Я знаю, сам бы не смог, но ведь теперь унисон миллион голосов. Эту песню поет свободы, я хочу спеть с ней. И я пою с ней, и вместе с нами сейчас поет весь мир. Снова солнце взойдет, и до всех адресов пусть донесется письмом. Идем мы с Женьком гуляем по Ростову. Да. И нам навстречу идет еще один Женек. Все решили в Ростов приехать в конце апреля. Немного мертвый? Привет. Женя. Андрей, Женя. Привет. Ты давно у меня не по выпусках не появился. Я немного мертвый, я пил 2 дня. Видишь, он профессионально уже на камеру работает. Я к нему в Томсе приезжал. Видосик будем снимать? Снимается уже. Но только тебя не видно. Ты понял? Сзади видно все фасады, а тебя не видно, ты в темноте. Да, свет падает. Евгений приехал. О, Игорек засветился. Добрый день, уважаемые коллеги. Проходит сегодня 2-й день командировки, но, к сожалению, сегодня мы должны будем нанести удар не только по Америке, но и по печени. Поэтому праздником вас всех, товарищи. С какой начнешь? Все-таки с белой начинаем. Да, я думаю, справа налево. Возьму вот этот на молоко, похоже, кефирчик. Хуёво. +28. Градусник. Градусник +28. Эмили, сколько температура? Сколько температура на улице? Чтобы все в этом выпуске все засветились. 28, да? Да. Жарко, Эмили? Да. Жарко. Ой, давай, подержу. Ладно. Я просто, чтобы все засветились в этом выпуске у меня. И москвичи, и ростовчане, и туапсинцы. Все. Кто не был в апреле в Ростове? Кто не был в апреле в Ростове, да? Все были. Мия в Ростове в апреле. Мия? Вы ее сокращенно Мия называете? Мия. Ну она себя так называет. Мия. Как тебя зовут? Мия. Мия. Мия сладкая. Мия красивое имя. Мне кажется, есть полное имя. Да, Женек Тигирев написал. А скольки ты? Май, июнь. Слушай, ну я понял. Ну слушай, поздравляю, все. Ну если западает, получится интересный кадр, конечно. Девочки, пропустите нас, пожалуйста. Девочки. Слышь, ну у нее довольно длинная, она вот если побежит на нас с рогами. Может давай так поверху пройдем. А там где-нибудь перепрыгнем. Ну что ж, вы прямо на переправе стали, а? Ой, господи, меня эти мошки. Короче, мы решили приехать посмотреть на Азовское море, пока все ростовчане работают в будний день. Мы, короче, ездим, смотрим красоты. О, мягкие ступеньки. Короче, здесь на Мержаново, на Азовском море, поставили декорации и снимали сериал «Смотритель маяка». Вот, уже съемки прошли, а декорации остались. Вот говорят, их будут разбирать, пока их не разобрали. Мы решили приехать посмотреть. Как смотрители маяка. Да, мы будем смотрителями маяка. Вот он, Таганрогский залив Азовского моря. Идем по пляжу. Песок с галькой.
пекло, сегодня плюс 27 в тени, то есть на солнышке сейчас уже... Тридцатка. Да даже больше, на солнце больше, градусов 35. И это 27 апреля 2018 года, а вон уже вдалеке маяк. Блин, ну какая сочная трава. На небе не облачко. Фу, мошкара. Да, да. Глянь, они просто атакуют. Странно, что они днем, она же должна ночью просыпаться. Да, они там. Ой, прямо в глаза, блин. Как вот... Вау, вау. Мне прям захотелось посмотреть. Ну да. Там же еще, наверное, обработка будет в этом сериале. И такие горы. Не этот. Не стандартный пейзаж для Ростовской области, где степи. Меня захватывает. Я просто... Наверное, углы еще захватывает просто. Ну что-то я особо не вижу. Женек там подрабатывает фотографом. Да, видончик крутой. Дорогу даже сделали специально для съемочной группы вниз. По дороге мы решили заехать в Танаис. А вот и земледелец Танаита. Реконструкция хижины земледельца. Прикинь, он спал на такой кровати. Нормально тут ничего. Только вот тут непонятно. Ну печка ж, наверное, это печка. Тут что-то они, наверное, жарили. Наверное, этот, тандыр. Лепешки. Ну да, лепешки. Да, мостики такие тут понаделали классные. Можно теперь ходить. О, видишь, оборонительная башня. Это мы, то есть, вошли в город. Видишь табличку? Оборонительная башня. Восьмой год до нашей эры. Что-то такое. Короче, тут в Танаисе жили в разные времена греки, римляне, скифы, сарматы. Короче, кто тут только не жил. Всякие, да. Древнейший город. Гуны там. Гуны. Слушай, нет, не особо они, ну как? Вот, ну например, да, крупные. Ну да, ну это гостиная, да. То спаленки. Мылись, наверное, в речке. Птички, да, поют вообще. Строили около Танаиса, какой-то Донской военно-исторический музей. Но его еще не достроили. Но, видимо, тут будет какая-то красота. Был я в этой гостинице один раз. 6000 рублей номер. Это с женой мы новый, молодой ходили, да. Уёбищная комната, блядь, за такие деньги. Это просто пиздец. Хуйня, а не гостиница. Мы гуляем, как в старые добрые времена. Новый блок будет, а? Такое вообще. Не, ну миллионник же город, миллионник. Короче, это аэропорт Платов. Наконец-то я на него добрался. Ну, блядь. Я лечу в Сальск. Это внутри ростовские авиалинии.
Короче, этот, в чем суть? Более в том, что реально крутой аэропорт, как в Сочи вообще просто. Тут еще деревья вырастут, зеленые будут вообще. Если прирастутся, да? Ну, сюда мы хотели въехать, там пятихатка стоит первый час, мы решили оставить машину под знаком эвакуации. Там дешевле будет, если эвакуация. Да. Разом 10 в другую. Так ебать, может мы Чурушхеву завести пока? Клиенты не появились. Здесь вообще крутой аэропорт. Посадка-высадка. Рассельмаш фан-шоп. Ну его там, наверное, досматривают. Какашка. Там мы с тобой налегке. О, посмотри, какая красота. Да. Типа Донской край, этот Дон. Ну это фанатский магазин. Женек, ну как тебе поездка в Ростов? Печень лезет. Новочеркасск? Печень лезет. Посмотри, атаман, кафе, столовая. Потом зайдем. Потом, да? Ну ладно. А вот здесь я в армию уезжал. А я помню. А, ты приезжал? Да, если ты подержишь сумку, я сейчас покажу, какой билет могу. Давай. Ого, а что там у тебя за груз? Свинец. Свинец? Свинец. А, ты спиздил с завода свинец? Свинец спиздил, да. Ростов Адлер. Вагон номер 7. Вагон номер 7, счастливое число. А место? Хочется домой? Нет. Уезжать в тепло из холодов? Ну, я, в принципе... За эти два дня, что хотелось бы сказать, я нихуёво пропарился, так как у меня из летних вещей был только свитер, а на улице было 28. Хорошо погрелся. Ну, в Ростове всегда жарит жестко. Ну да, внезапно. Да. О, СВ. Ну, когда один, значит. СВ? Никого нет.